Всем привет, я Влад, а это магазин «Попади в десятку». Сегодня у нас на обзоре такой вот газовый пневматический и страйкбольный пистолет. И это Glock 18 Gen 3 Chrome. Смотрите, какой затвор. Выглядит отлично. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и напишите свой комментарий, чтобы помогать нашим роликам, конечно же, в продвижении. Ну, про пистолет здесь явно есть что рассказать, потому что он, ну скажем так, не совсем обычный, но об этом дальше. Погнали. Интернет-магазин «Попади в десятку». Произведен пистолет компанией WE. Прототипом является Glock 18. Относится данная модель газовой пневматики, которая заправляется при помощи баллона с газом. Да, все верно. Процедура данная проводится при помощи магазина и газового баллона. Подставляется баллон вот сюда, вот в клапан в этот, упирается. 4 секунды держите, больше не нужно. И благодаря этому два магазина вы отстреляете. Затворы, внутренние механизмы сделаны из металла, а все остальное из ударопрочного полимера. Длина данной модели 185 мм, где 90 мм это длина ствола. Вес пистолета 770 грамм. На верхней части корпуса предусмотрены прицельные приспособления, мушка и целик. Для стрельбы из данного пистолета вам понадобятся те самые страйкбольные шарики в калибре 6 мм. Пластиковые, белые такие, знаете ли. Заряжаются они в магазин. Магазин здесь черный, металлический, полноразмерный и рассчитан на 24 таких шарика. Для произведения выстрела пистолет бы, конечно-то, нужно взвести обязательно, да. И если вдруг в магазине шарики у вас отсутствуют, он встает на затворную задержку, для снятия с которой мы делаем так. Все, затвор вернулся назад, пистолет взведен. Так как шариков у меня здесь нет, а вот blowback, то есть имитация отдачи, у пистолета имеется. И давайте я сейчас вам это и продемонстрирую, как он выглядит. Хороший, бодрый, мне нравится, мне нравится. Также здесь есть под стволом планка, куда можно установить лазер или же фонарик. И ровно здесь же находится и предохранитель, который вас защитит от случайного выстрела. Просто сдвигаете его вниз, ну и на этом как бы все, вот. Все, не получится пострелять. Рукоять рельефная, что уменьшит вероятность того, что пистолет сможет как-то выскользнуть из вашей руки, соответственно. И вот в чем проявляется та самая необычность данного пистолета, так это в том, что он может стрелять не только в одиночном, а еще и в автоматическом режиме. Для переключения режима стрельбы нужно воспользоваться переключателем на левой стороне корпуса. По заявлению производителя, скорость шарика в момент вылета из ствола достигает 100 метров в секунду, что полностью соответствует разрешенной мощности для свободной продажи и покупки. То есть да, все правильно. Чтобы его купить, не нужны специальные документы. Просто приходите и покупайте, или же делайте это и вовсе онлайн, если так вам будет более удобно. Но вам должно быть безусловно 18 лет. Ну и раз уж мы с вами заговорили о покупках, давайте я расскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте, и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно, доставка по всей России. Обзор на этот замечательный страйкбольный газовый пневматический пистолет подходит к концу. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как же он вам, или задавайте вопросы. Я с вами прощаюсь, всем спасибо, пока и до новых обзоров.